Сегодня в правительстве региона вручили 150 дипломов выпускникам губернаторской программы, которая готовит кадры для сферы малого и среднего предпринимательства края. Опыт, знания, какая-то новая информация, без сомнения, будут вами использованы в том, чтобы достигать тех планов, которые, я знаю, уже у вас есть. Сегодня в правительстве региона вручили 150 дипломов выпускникам губернаторской программы, которая готовит кадры для сферы малого и среднего предпринимательства края. За один учебный год студенты освоили программы «Финансовое и правовое обеспечение». Позади более 500 академических часов, 4 сессии. Возраст выпускников от 30 до 50 лет. Все они уже действующие бизнесмены. Владельцы магазинов, салонов красоты и сотовой связи, медицинских центров. Все студенты сдали сессию на «хорошо» и «отлично». У меня не хватало практических знаний в области финансового, значит, управленческого учета, налогов и так далее, потому что профильное мое образование другое совершенно, математическое. Вот, и какие-то вещи приходилось опытным путем понимать, осваивать. За 9 лет такие же дипломы получили более 1000 человек. Большинство из них остались в сфере бизнеса. Только в прошлом году предприниматели края заплатили в бюджет страны более 14 миллиардов рублей.